Так, так, так. Дэшборд сменил. Можно начинать. Кофе налил. Так, что, я так понял, рекламы вообще ни у кого не было? Хоть кто-нибудь ее видел? Я просто сам не знаю, как она работает. Никто не видел рекламу, вообще никто. Ну, с Юблоком, конечно, ты не увидишь. Она же блокируется. Привет, котомразь. Да я не заметил тебя, я же отходил. Привет, привет. Конечно же, я не топ-стример. Какой же я топ? С конца. Короче, ничего. Ни одного, ни у кого рекламы не было. Ну и не было, и фиг с ними. Я не понимаю, как она работает. Да, может, мне запретили запретили пользоваться рекламой. Так. Блин, я слишком далеко вышел назад. О, кабанище, здорово. Конечно, скучал. Я всегда скучаю по кабанищу. Прорекламировать что-нибудь? Сейчас прорекламирую. Приходите в Бургер Кинг. Там что-то на какие-то купоны на что-то дают. Где-то скидка. Жрите, жрите там. Вот моя реклама такая. Жрите в Бургер Кинге. А я пока выброшу этот мусор, который почему-то у меня валяется на столе уже месяц, наверное. Купоны рекламируют купоны, да. Съел, Лиан, съел. Съел я кусок бумажки. С голодухи. Так, Guardian Legend. Заткнись. Я еще не врубил ностопию. Там говной кормят. Ну, конечно. Ну и что? Кому-то это мешает? Мне кажется, вне дома, в заведениях вне дома кормят говной, никому это не мешает ходить туда и есть. Привет, Terror Warrior. Да. Игра из детства. Правда, не из моего, но тем не менее. Игра громко орёт. Ща убавим. Давным-давно древняя раса пришельцев направила большой мир в сторону Земли, заполненный грузом мистических форм жизни. Ты должен пробраться туда и что сделать? И уничтожить его гадких обитателей. Ты стражник Земли, и твоя сага станет сагой о стражнике. Игра не с детства, пару лет впервые поиграл, прошел, ты меньше считаешь шедевром? Ну ок. Бодреет. Тут есть подобие турбоогня.
Жесть какая. Что ты сразу ловить начал? Сразу все. Какой сложный шмак пошел сразу. Так, что у нас на паузе? Ничего. Здесь тоже ничего. Жаль, шмап тут не весь. Ну как жаль. Бродилки это ведь тоже очень важно. О, поверрапы. Сейчас босс будет? Или еще нет? Оу, щит. Не знал, что эта маленькая фигня так много урон наносит. Ну что ж, сейчас будем сливать. Капец. Внезапно слил все здоровье прямо перед боссом. Ну, боссу лоха, разве без урона-то не пройти? Оу, oh, е. Yeah. Мне кажется ли, чем меньше их, тем больше они начинают стрелять. Мне не нравится этот паттерн. Так, это дает немножко энергии, окей. Ну что ж, тем не менее, затощено. Привет, старик броник. Привет, Dark Knight, я смотрел на шмап, я сейчас забаню. Я в шмап играю, и когда играю в шмап, надо смотреть все время на экран. Тоже мне жалуются сразу. Когда человек играет в шмап, он не может отвлекаться на чат. Привет, Зетвер. Если кто-то читает это, я провалился. Эта звезда Нажу была нашим домом. Но нас, к нам вторглись злые формы жизни. Привет, Венкман, чё ты плачешь? Успокойся. Злость моя не на тебя направлена. Тебя задоркнает за то, что ты недовольный. Что твой драгоценный никнейм не прочитали. Пока я тут в шмапе уворачиваюсь от тысячи пуль на экране. Нет, Terra Warrior, я эту игру не проходил никогда, это First Run. Привет, Genesis. Никто там еще случайно не подваливал? Вроде нет. Уничтожь все 10 защитных девайсов, чтобы активировать систему самоуничтожения. У меня нет времени. Надеюсь, это сообщение никто не прочитает. Это будет означать, что я провалился. Ты уже говорил это в начале, не повторяйся, чувак. А, я могу ходить. Я думал, что за фигня? Я думал, что я бросаю всякую фигню туда? А это оказывается... Оказывается, это все нормально. Где комната с паролем? Уже был стрим 24 часа? Нет, не было. Ну как же? Где же он был? Не собрали же еще. Где тут комната с паролем? В паузе она, что ли?
Где пароль-то? Так, сейчас опять всех погодите. Будет комната, но потом отдельная комната. Хотите вы мне сказать? Ну пойдем вниз, например. Я не знаю, Тервора. Мне сказали, вот посмотри, какие тут пароли. Я не знаю, какие тут пароли. Ладно, пойдем. Сыскать, что тут есть. Короче, вот эта часть мне всегда по видео напоминала Бластер Мастера. Неубиваемая фигня. Ух ты, это что такое я подобрал? Что я подобрал? Что это такое? Окей. Крутая штука. Бластер Мастер круче в 10 тысяч раз. Ну, слушай. Я думаю, не стоит рассуждать на эту тему. Я думаю, ты много врагов себе можешь нажить. Если ты начнешь пытаться спорить, что лучше. Бластер Мастер или это? Так, и чё это? Чё это за дела такие? Чтобы это ни было, сюда я зайти не могу. О, нет. Какой-то босс. Мини-босс. Вообще, урон-то наносится? Наносится еще какой? Так, я хотел сюда пойти. Игра достаточно простая, но тут вроде как шмап уровни бывают такие, хардкорненькие довольно. Не видел я ничьи стримы. Я мог видеть максимум пару минут геймплея, и все. О, это в Макдональдс, видимо. Нелегальный клон Макдональдса. Отвали, тварь. О. Спасли чувачка. Он нам прокачал выстрелы. Это хорошо. Это очень круто. Так, эта цель, видимо, показана на моей карте. Ну, пойдем сюда. Как это считается-то? Коридор один. А тут что? Тут ключ, видимо. Ну что, погнали. Погнали? Нет, видимо, не погнали.
Ну ок. Ладно, тихо, не спойлерите тогда. Во-первых, я хочу обсмотреть локацию. Того, кто проспойлерит мне, ждет тайм-аут. Ну вот мы и эту комнату будем искать. Теперь стран. Поскольку эта игра вроде как хорошая, я не хочу, чтобы мне подсказывали. Хочу аутентичного экспириенса. Илха, вот не надо, а? Вот сам подстрекаешь такими комментариями. Так, это что такое? Что это за комната такая странная? Ну, слушай, кому-то видно, кому-то нет. Нафига мне рисовать карту, когда она уже есть? Так. Так, вот у нас в Макдональдс, где мы уже были. Здесь был мини-босс. Здесь маленькая лечилка, малюсенькая. Потом забудешь, что где находится? Да найду еще раз. Так, здесь ключ нужен. Плюсовой. Плюсовая отвертка нужна здесь. Так, ладно, окей. Запишем. Сейчас найду. Перекрутил я блокнот, теперь не могу найти, где у меня чё, где у меня остановились мои записи. О, нашел. Так, значит. Низ серед. Плюсовой. Записал. Координаты же есть. А, точно. 10-15. Ну окей, запишем. 10-15. Ключи так не записывать, это не имеет смысла. Не надо мне говорить, что имеет смысл, что нет. Давайте я сам буду решать. Что, подсказывать мне не надо? Да, пусть играет так, как играет. Блин. Нет, The Dark Knight. У меня в детстве по эксплорингу и по общей интересности игрой номер один были летайте Flying Warriors. Спасибо, Чармун, спасибо. Я первый раз играю в игру, я ничего не знаю. Большое спасибо, что ты мне спойлеришь, как сделать, как использовать абуз и бесконечно восстанавливать себе здоровье. Большое спасибо, это так полезно. Может, мне реально начать банить? Кто-нибудь из модераторов проходил эту игру? Если кто-нибудь из модераторов проходил эту игру, то я попрошу у вас... прошу вас
банить откровенные спойлеры. I'm cool. Если есть у тебя возможность. Если ты не можешь все время мониторить стрим, тогда не надо. По возможности. Мне нужно специальное оружие, чтобы сломать его. Так, волосы. Так. Так. Низ. Право. Волосы. Координаты 13-15. Записали. Да, можно просто банить за любые спойлеры. А то у нас любят шуточные спойлеры. Когда говоришь не спойлерить, сразу начинают шуточные спойлеры писать. Я тоже. Нет, Гриндайзер, спойлерить не надо ничего. Если я не попрошу, если я не скажу... Ребята, проспойлерите мне, пожалуйста, вот это вот. Скажите мне, пожалуйста, что делать здесь. Скажите мне, пожалуйста, что сделать там. Если вы от меня не услышите такой фразы в полном составе, тогда ничего мне говорить не надо. Если я просто говорю, блин, а как это пройти, то это не означает, что я прошу у вас совета. Это означает, что я сам нахожусь в процессе размышления. Ну и не надо сплить, как дверь открыть. Тут есть где-то подсказки, как открыть дверь. Я хочу их сам найти и сам открыть. Так, право, низ, тире, плюсовой, 14-14. Видали, как я разделяю? У меня есть низ, право, и есть право, низ. Низ, право означает, что надо ниже. А потом низ, надо в самый низ, потом вправо. А право не означает, что надо сначала вправо, а потом вниз. Да, Terrorwarrior, хоть чат закрывай. Капец. Если начнут спойлерить, я могу и чат закрыть. Так что, если вы хотите испортить стрим не только мне, но и всем остальным, то смело спойлерите, тогда я закрою чат и не буду его читать вообще. У нас будет летсплей. Так. Право серит. Еще один плюс. Наверное, плюс мы получим в первую очередь, наверное, раз он тут везде, на каждом. Через каждые 2 метра. На всякий случай запишу все. Может, в голос кого-нибудь позвать? Правда, это уже, наверное, на следующем стриме. Зачем сторону, если координаты есть? Ну, координаты не всегда удобны. Координаты не дают конкретного понятия, в какую сторону надо идти. Если там внимательно не всматриваться, не анализировать. А вниз-право это все понятно просто. Так, квадрат. Право серит тире квадрат. 15-11. Окей. Записали еще. Великого позови. Уж великий-то мне точно проспойлерит. Нет, спасибо. Так, где боссы у нас? Мне обещали тут боссов. Thank you.
О! Чё-то весь босс. Офигеть, какой хардкорный. Даже не знаю, что с тобой буду делать. А, ну да, я еще без турбокнопки играю. Рапас, потому что с комментатором можно не читать чат. Потому что если у тебя есть комментатор, то можно вообще не читать чат. И не беспокоиться, что ты где-то спойлер увидишь. Кого-то забанили уже. А, капс. Предупреждение за капс. Что ты там писал? Ты привет писал, Бушмист? Или что? Так, значит... Право вверх. Тире квадрат. 15 и 9. Так, куда еще можно пойти? Наверх? Тут тоже что-то на что-то закрыто, наверное. А может и нет. Может открыто. Так, волосы. Здесь тоже волосы нужны. Окей. Так, это у нас... Вверх. Право. Тире. Волосы. 13,8. Пират, пойдешь на Элтона Джона в кино? Нет. Где дотер? Сегодня заходил. Я его не заметил. Может быть. Может быть, я его не заметил. Такое возможно. Блин. О, Н. Интересное заграждение. Ну это еще что такое? Что это такое? Так. Вверх. Серед. Вверх серед. Так. Параллелепипед. Одиннадцать. Восемь. Спасибо за хост, Айслейв. Серед, серед. Говорю же. Так, какой же у нас здесь забор? Оу, oh, е. Yeah. Чего вот эти сердечки дают? Вот эти вот, у меня написано 10 сердечек. Что это? Это лайфбары, что ли? Так.
Вверх. Лево. Тире. Загоугольник. 9,8. 10 делений на шкале. Раз, два, три, четыре, пять. Да вроде не увеличилось. Шкала-то вроде не увеличилась, а количество сердечек увеличилось. Дотер вошел в комнату. Ты плохой человек, совсем рехнулся, вышел. Ну что ж. А, все, я понимаю теперь. Сердечки у нас в реал-тайме показывают, сколько у нас. Я думал, они показывают максимальное что-то, а они показывают текущий уровень. Тогда все понятно. Так, окей. Весь внешний периметр мы обошли. Мы, конечно, не записали то, что у нас... Хотя нет, я знаю, что у нас слева. У нас двери, которые мы не можем открыть. Ладно, короче. Будем сейчас прочесывать. Будем сейчас чесать внутренний периметр. Так, мне надо еще ниже спуститься. Я запечатал все коридоры. Если тебе нужно узнать, как снять печать, спроси у того, кто запечатал его. Чтобы снять печать на коридоре номер один, стреляй в ворота. Все комнаты, ведущие к коридорам, закрыты. Чтобы поэтому используй телепортирующуюся панель, чтобы попасть в комнату. Чтобы использовать варп-панель, проломи стену. Тебе еще нужен ключ. Окей. Блин, я же стрелял! Я же стрелял дофига в эту первую фигню. Разве нет? Я же в нее дофига стрелял. Почему она не открылась-то? Или надо обязательно сообщение найти? Только потом она откроется, что ли? Это не вопрос для чата, если что. Опять же, я могу размышлять вслух. Это не означает... Чат, скажите мне, пожалуйста, как на самом деле. Блин, вроде дофига стрелял. Так, надо записать луну эту вот. Так, лево, вверх, тире. В какую сторону там? В обратную. Луна. Какие координаты? 6,10. 6,10. Чтобы я все знал, где какой ключ надо. Да, все размышления вслух могут использоваться против вас. Именно так. Че не ставишь теги на стриме в Твиче, что типа без полев и стран? Ты хоть видел, ты хоть раз видел, чтобы я какие-то теги ставил на стрим? Хоть раз. И тем более, примерно половина зрителей смотрит с баргончика, где никаких ни тегов нету, ни рекламы нету, ни... ничего вообще нету. Я не думаю, что теги кому-то помогут. Так. Примерно половина зрителей вообще не смотрит. Ну зачем ты так грубо, мост-инженер? Добавь Pepe Hands в чат, плес. Нет. Просто нет. Так, ну чё, погнали. Автоботы, как там, роллаут. Сейчас надо музон накрутить в наушниках. Амкол на следующем стриме поставлю. Может быть, даже в голос кого-нибудь возьму.
Если что, ты не против будешь где-нибудь, например, в среду покомментировать мой стрим? Ну, блин, не в среду? Чё у нас сегодня? Ну да, в среду, например. Да. Скорость бы вкачать. Порезче бы. День России. Праздник. Так. О, что бы это ни было, я успел это подобрать. Скорее всего, это здоровье. Какой дурацкий враг. Ганак нанимал какой-то. Ну блин, это игра 88 года. Шмап на самом деле выглядит весьма солидно. Играется тоже. У меня только одна претензия, что нельзя ускориться никак. Хотя может и можно, просто я не знаю как. Да блин, да сдохни! Так, не надо лбом их ловить. Блин, пол здоровья слил. Черт! Вроде как повера дают, если всю волну врагов размочить. Вроде бы. Так. Неплохое, Найтвульф. Неплохое. Ух ты. Вот эта рожа мне знакома. Вроде как один из самых... запоминающихся боссов, что ли. Блин, да капец. Повера поджал. Так, ну, блин, это точно не поможет. О, вовремя. Да, конечно, тот факт, что я играю без турбокнопки, мне тут сильно задачу усложнит. Не настолько я великий, чтобы с турбокнопкой играть. Хух. Хардкорненько. Оу, е! Мы получили луну. Фу. Привет, Благомир. Привет. Турбокнопка не читает, на железе есть? На Денди есть. На Фомикоме нет. Так. Музыка в игре такая, прикольная. Не бесячая.
В старых играх музыка бывает и намного хуже. Тут она весьма даже неплохая. Вау, нам сколько нам открыли. Может, вместо комментатора пусть модеры выбирают, какие сообщения будут прочтены авточиталкой? Нет. Да ну! Надо, чтобы вместо этого, надо, чтобы модераторы сидели и тыкали на каждое сообщение, пусть это зачитает, а это пусть не читает. Что же за это? Что это за такая логика? Нехорошая. Так, мне хочется вернуться назад. Мне кажется, я не все обошел. Отличное начало следующей локации. Тю-тю-тю-тю. Я не хотел сюда идти. Так что мое чутье. Надо слушать мое чутье. Да, спасибо. Так, ладно, все на месте. Отходил как игра. Игра мне прикольная, мне нравится пока. Так, короче, луну можно зачеркивать. Так как она у нас. Блин, наверное, координаты зачеркивать не надо. Хотя, может и надо. Нет, Грендайзер, не стоит. Еще раз говорю, я задам конкретный вопрос. Дорогой чат или там дорогой юзернейм, пожалуйста, скажите мне, все я обошел или нет. Все я нашел или нет. Скажите мне, пожалуйста, куда мне идти и так далее. Если будет лично к вам такое обращение, тогда, пожалуйста, говорите. А если я просто так вслух размышляю, это не означает, что мне надо строчить подсказку. Так, мне надо обойти внешний круг. Да, кстати, Амкол, я не прочитал. Блин, я перед шмап уровнем не прочитал. Давай, Тераворер, удачи тебе в войне с инопланетной нечистью. А, чуть позже отвечу. Все, понял. Если что, можешь в личку написать. Это просто как вариант. Может быть, это и не понадобится на самом деле. Ну, Рапас, ну, блин. Простенькая, не простенькая. На первый раз все равно будешь путаться. Она простенькая, если ты уже все знаешь. Согласись. Все простенько, если ты уже все знаешь. Опа. Это что за склад? Это, конечно, склад-то хороший. Это здесь обуз, что ли? Что, они респавнятся, типа? Блин, ну пипец. Тут их 10 миллионов. Это чипы. И что они дают вообще? Ладно, неважно. А, чипы в магазине нужны вроде бы. Нет? Тут вроде магазин еще есть. Но где... Что тут является баблом, я не знаю, к сожалению. Дейлов дает. Клево. Отлично. Оу, е! Всегда мечтал. Так, хочешь, чтобы я записал твой прогресс? Set your weapon to no use! It's no use! Хорошо. Вау! Офигеть. Ладно, надо записать координаты этой замечательной комнаты. Я не буду пока это записывать. Офигеть, блин. Сею его!
12,13. Окей. Ох, капец. Да, пороли. Ничего не хочу взвалить, комбайнер. Не работайте, ни в коем случае ничего не делайте. Ни в коем случае. Отвали. Так, ты куда идешь? В этой комнате круглое существо. Оно даст тебе айтемы за чипы. Клёво. Я продам это тебе. Это силовые чипы. Удачи. С удачей на дачу. Я продам тебе это. Черт, мне не хватает бабла. Гони, это ограбление. Вау. У меня максимум 100. Чё за булщит? У меня максимум 100. Ну-ка, сейчас я наведаюсь. Мне тут... Вот-вот. Сюда схожу. Значит, я не могу пока... У меня пока лимит есть. Ну, окей. Короче, я так понимаю, при максимальном уровне... При максимальном количестве чипов... У меня бластер мощнее становится. Это хорошо. Так, стоп, а может тот подешевел? Вдруг. Не знаю, в честь чего, но просто так. Нет, он не подешевел. 150 я набрать не могу. Пока что. Чего не на русском? Да нафига мне русским? Не сильнее. Ну как-то не сильнее. Несколько пуль летят. Несколько пуль вместо одной. Конечно, сильнее. Из чего вы сказали, что этот склад бесполезный? Шире. А, у меня турбоогонь есть. Нет, я что-то даже не додумался проверить. Хотя, возможно, турбоогонь как раз появляется из-за того, что у меня их максимум. Так, ладно, окей. Запишем, что здесь магаз. Так. Магаз. Так, 12,11. У тебя самого катан мечей много? Должно быть несколько по-любому. Конечно. Здесь висит два длинных таких. Там висит пока три покороче. Такой сет, знаете, по... возрастанию такой лесенкой. Вот. Такие дела. А прямо вот над компьютером висит маленький меч. Маленький. Чтобы в случае очень неудачного стрима сразу сделать харакири. Да, над зеркалом. На родном языке всегда приятнее. Ну, слушай... На родном языке зачастую бывает коряво и переврано, и вообще. Так, это начало. Так, мы идем наверх. Пошли вон. Так, ну вроде тут больше ничего нет. Вроде бы. Почти. Опа. А вот тут я не был. Вроде бы. Я продам это тебе
За 500, ты охренел! Так, надо записать этот магаз тоже. 10-10. 10-10. У меня нет столько, баклан. Как я должен у тебя это купить? Когда лимит повысится, когда у меня кошелек больше станет. Брика, ты будешь делать предзаказ киберпанка? Да, конечно, я уже его сделал. Я его предзаказал и предпрошел сразу. Вот он, True Gaming будущего. Я не просто сделал предзаказ, я предпрошел игру уже. В 2077 году сделать. Это больше похоже на правду. Блин, тихо, хватит. Не надо. Это какие-то печеньки Орео. Как у тебя прога чата называется? Она называется Twitch чат. Так, это ведет. Стоп, это в начальную комнату ведет, разве? Нет. Ведет в какой-то непонятный переход, в котором наверняка что-то есть. Но что в нем есть? Никто не знает. Окей. Как тебе новый Battletoads? Видел видео? Нет, не видел. Расскажи, Зетпер, как мне новый Battletoads? Зетпер, ну как мне новый Battletoads? Как это ты не видел? Как тебе новый Battletoads? Я рад, что эти чипсы хотя бы чуть-чуть здоровье восстанавливают. Ух ты, мне говорят идти налево. Спасибо, без вас бы я никогда не догадался. Любезно. Любезно разработчики показали мне правильный путь. Я бы так заблудился. Я думал, что надо долбиться в стену, на самом деле, вместо того, чтобы пойти налево. Большое спасибо, разработчики. Что бы я делал без вас? А теперь я буду стоять здесь и 15 минут стрелять в стены, в которых ничего нет. За комнату, в которой ничего нет. Подозрительно. О нет, кто-то уже сломал эти поверрапы. Кто же это мог быть? Какая сволочь это сделала? Это Метроид или Перуль такой большой? Это Метроид, Мелокси. Да, игру надо забанить. О! Мне кажется, я только что нашел на халяву то, что мне пытались продать за немеренные. За немеренные баблище. Ну да. Вопрос тогда нафига? Блин, надо бы, конечно, проверить. Какое странное оружие. Летит назад. А вот это прикольно. Так, это щит ограниченный, понятно. И чипсы мои он использует. Это то же самое, только летит вперед.
Да, Гриндайзер, это всегда риторические вопросы. Так, окей. Ладно, разобрались. Я обойдусь указкой лазерной. Я вижу, Зеро Камикадзе. Нет, мои супер... Я потратил свои чипсы. Я потратил свои луисы. Привет, Евген Стю. Блин, как раз перед боссом. Еще и здоровье слил. Ну все, пипец. Пошел он. Блин, сраные мыши. Целых три. Том разрешил. Кто говорит, что не мощнее? С той пушкой они бы сдохли давно. Так, отлично. Полное здоровье. Сколько оружия подбираем? Вообще пипец. Я так понимаю, его минус в том, что оно все конечное. И поэтому его нужно подбирать постоянно. Типа. Так. Орео. Началось. Через сообщение, что ли, чат читается? Ютельсат, я еще пытаюсь не спойлерить. Не было у меня PS1. Не было. У меня ее не было вообще никогда. В 97-99 годах мне было 3-5 лет. Ну, никто... Я... Ну, я читаю по мере возможностей. Извините, если что-то пропускаю. Бывает иногда. Гоните что-нибудь, а? Чипсы мне надо. Марква. О, жесть. Марква смерти. Так, ну что? Yes. Мы победили Маркву смерти. Не надо говорить, что мне надо найти. Зеттер. Если ты... А, блин, ну капец, ну вот... Детпер, не надо спойлерить, пожалуйста. Блин. Черт, долбанные Орео. Печеньки. Приторные. Опять морква. Морква смерти. Смотри, что творит, а? У меня есть оружие. Ножик для чистки морквы. Так, тут нужна луна. Она у меня есть. Я хочу пройти сначала на... в другую сторону. Блин, сейчас сдохну.
Отсюда я пришел. Здесь я был. Мочить морковку еще раз я не хочу, блин! Выходи, быстрей. Фу, хочешь ли ты, чтобы я записал твой прогресс? Короче, если я сдохну, я просто... Меня откинет на начало локации, и... Я ничего не потеряю, правильно? Правильно ведь? Это вопрос к чату. Если я сдохну, я просто попаду в начало локации и ничего не потеряю? Правильно ведь? Респаун тут? Сюда вернусь? Откинет к сейву? Ну, это так еще лучше. Туда пока не пойдем. Идем дальше тогда. Ты еще что за паук? О, наконец-то! Чипсы! Оу-е! Супербанку какую-то нашли. Пароль запиши? Нет. Потом. Я еще не заканчиваю. Я хочу еще один шмаповый уровень пройти. Сегодня. Прежде чем закончить. Так. Тут еще можно наверх попасть, но, видимо, только через вот эту комнату. И внезапно дверь открыта. А я могу пройти дальше. И я это сделаю. Блин. Да твашу... Блин. Босяк. Фига дамажит. Вообще нормально так. Нормально так бьет. Еще ходит непонятно как. Но я справился. Потому что я молодец. Фу. Вау, у меня теперь на один хитпоинт больше. Е. Сорок, да, капуста тебя жахнет. Без армора. Не знаю, что вы несете. Но я затащил. Не больше, давно 11. Ну и ладно. Дайте порадоваться чему-нибудь. Используя оружие. Нет. Так. Ну что, идем сюда. Че? Больше я ничего не вижу никакого. Чипсов повысили. Да, я вижу. Но, блин, мне нечего покупать на эти деньги. У меня это все и так есть. Ну, хотя можно, конечно, набрать патронов именно. Чё мне вообще может шмап уровня пригодиться? Вот это? На босса. Ладно, посмотрим. Не, не пойду я в магаз. Так, надо сразу выбрать вторичное оружие. Что это такое? Блин, надо было потестить. Но все, конечно, по-разному тут работает. Какое-то В непонятное. Так, надо оружие, которое в бок. В бок. Вот это, по-моему, щит вокруг меня создает. Или вот это? Не, по-моему, вот это. Нет. Да, вот это. Вроде пошел в 11 уровень. Но он открытый. Чё мне... Почему бы мне в него не пойти? Он открытый.
Если меня здесь уничтожат с первого попадания, ну окей. Узнаем об этом. Так, как тебя отключить? Я не хочу тебя использовать все время. Что, надо обязательно в меню заходить для этого? Не надо мне ничего спойлерить. Ребята. Забывайте про размышления. Размышления вслух. Я знаю, что чипсы, они как и валютой служат, так и повышают силу моего основного оружия. Я заметил это давно. Спасибо, помощь не нужна. Блин. Надо убивать жирную тварь. О! Так, на босса поставим, наверное, супер фигню. Нифига он не... Фига он, блин, жарит-то. Потому что я так сдохну ведь. Я ведь не увернусь от всего, что он кидает. Это ведь сложно. Я ведь допущу ошибку ведь. Ну ладно. Возможно, это как раз из-за того, что у меня чего-то еще нет. Блин, зажали. Черт. Да не, он лох, на самом деле. У меня бы... Я даже уверен, что в следующей попытке я его завалю. Он лох, на самом деле. Спасибо, ребята. Я так рад, что, несмотря на все мои просьбы не спойлерить, вы все равно не продолжаете спойлерить. Спасибо вам большое, ребят. Сейчас я вам покажу, как он хрен проходится. Сейчас зацените, как этот босс хрен проходится. Вы мне скажите... Хотя ладно, ничего не говорите. Да блин, я... Надо подфармить. Хотя нет, оно подфармилось. В принципе, все нормально. Так, все, аккуратно. Надо аккуратно. Попробуй еще раз. Опять рыба. Главный наш враг. Почему так рыбу не любят в этой игре? Рыба не самый плохой продукт. Очень даже неплохой. Че тут одни морепродукты, блин?
Эх. Раб проскочил мимо. Чипсы! Е! Блин, вот эти противные ребята. Да, они очень противные. Но они вроде все летят с одной стороны. Будем их поджидать. Нет, кроме этого. Этот не летит. Так. Чипсов нет. Брик, купи мне чипсов, будь другом. Мне нужны чипсы самому, Илья. Я бы рад, но мне не самому нужны. Так, ладно. Ну, я свои шансы никак не оцениваю. Посмотрим, что будет. Ну, иди сюда, капустка. Борщ с капусткой, но не красный. Весело будет, когда у меня закончатся чипсы. Но они даже не закончились. Это что, сложный босс? Офигеть. Ну и этот босс всех нагибал. Он же лох. Он ничего не... Я думал, что он кроме этого еще под конец какую-то более мощную атаку начнет использовать. Так если это все, что он умеет, он вообще лашпед. Блин, предыдущий босс, который с артом, и то сложнее был. Ну, нет, я знаю, что тут... Я слышал, Dark Knight, о том, что в этой игре есть сложноватые боссы. Я слышал об этом. Так, ладно, раз уж мы здесь, посмотрим, что там дальше. В следующих комнатках. Предыдущий проще, который с артом... Не знаю, на нем мне сложнее было не получать урон. Хотя, может, какими-то оружиями он убивается на халяву. Правильно, Зеро Камикадзе. Ой, правильно! Но неужели хоть кто-то... Неужели хоть кто-то... Неужели хоть кто-то не хочет спойлерить? Чек не оружие, которое дали. Гранаты. Это же гранаты. Чем я дал? Открывать проходы, типа, ими? Тут был мини-босс. А куда он свалил? Русская картоха. Конечно, русская картоха. Патриотизм. Нет, ты чё вылез? О-о-о! Это прикольный враг! Не, я пошёл, я пошёл!
паучок весьма такой веселый враг. Ух ты, я и не ожидал, что он так умеет. Какой фарм, ты издеваешься? О. Лиян же у нас боится пауков. Извини, что раскрываю сию секретнейшую информацию. Хотя не думаю, что она такая уж секретная. Пора пароль записывать. Ну, пожалуй, ты прав, Сеттер. Сказал бы я, если бы не был решительно настроен пойти еще и посмотреть, что внизу. Мы зайдем в комнату сейва, чтобы у нас все сохранилось. Я надеюсь, этого будет достаточно. Короче, пока эта капуста меня не впечатлила. Я думал, что он что-то еще умеет. От него уворачиваться проще простого. Весело мне? Мне-то не весело. И что, он так будет до бесконечности размножаться? Ну, каким-то оружием тебя можно выкосить по бырику? Нет, нельзя. Лучше не надо. Блин, да хватит, что ты во мне-то появляешься. Веселый паучок. Так, ключей мы пока не получили, никаких других. Так, картоха смерти, уйди! Так, тут что-то где-то было. Или нет, или ничего нигде не было. Ну-ка, сходим еще раз сюда. А, просто сейф. Да, надо сюда зайти было. Так, валим отсюда. Отсюда. Так. Я так понимаю, фарм, в смысле, поверапы вот такие появляются спустя каждое определенное количество убитых врагов. То есть, просто убиваешь кучу врагов, и периодически выпадают такие контейнеры. Автор стрима не будет, значит, сегодня пройдем? Неа. Я хочу еще посмотреть, нижнюю локацию исследовать. Вот, давайте я у вас такой, я вам дам возможность проспойлерить, ребята. Я задам вам такой вопрос. Имеет ли значение нумерация уровней? То есть, например, вот я сейчас заходил в уровень 11. Означает ли это, что это был 11 по счету уровень, и я скипнул предыдущие 10? Или вообще без разницы, по барабану. Все от балды названы. Не означает, ну и хорошо. Спасибо, Флон. Второй десяток не обязательный уровень. Даже так, не обязательный именно. Но как они могут быть необязательными? Все уровни обязательные. Вернее, все наоборот, все уровни обязательные. Обязательно. Как это можно забить? Никак нельзя. Как можно на капустку забить? Вы что, ребята? На капусту нельзя забивать. Капуста очень важная часть здорового рациона. Так, луны больше нигде не было, поэтому мы сейчас нифига не откроем. Но можно сказать в магаз, в котором можно купить фигню за 150, которая у меня и так есть. Соответственно, на кой фиг она нам вообще нужна? Хотя, в принципе, надо здоровье восстановить. Да. Так что идем к магазу. 10-10.
купи фигню. Ну, сейчас пойду покупать фигню. Не, там же этот, склад. Там же можно... выфармить. Блин, здоровья уже не надо. Так. Вроде, кстати, в этой игре еще какой-то хард мод есть, да? Нет! О, Суга, привет! Ты первый! Ребята, скажите же, Суга же первый про батл тот нам рассказал. Ну давай, делись впечатлениями. Уже не терпится порубать. Вспомни детство. Детство. Странно, что ты кое-чего не понимаешь, в чем того, как быстро тебе дают оружие. Я понимаю, Зеро Камикадзе, я понимаю то, что это оружие конечное. И если его все потратить, оно закончится. И что... Поэтому его надо чаще использовать. Но просто, я не знаю... Меня и прокачанный дефолт вполне устраивает. Не это, Брик. Weapon Power 1. Ну их можно прокачивать. А, типа, если я куплю в магазине, подберу еще раз, я прокачаю его силу, что ли? Ага, понятно. Офигеть, как сложно. Вот, Зеро Камикадзе, ты бы мог этого и не писать на самом деле. Я бы вот... Я бы 15 секунд спустя увидел бы это сам. Я бы все равно купил эту фигню. Хотя бы для патронов. Я все равно шел в этот магазин, чтобы купить ту фигню, которую я могу купить. Так что... Не переживай за такой фигни, Зеро Камикадзе. Ты же обещал, ты же говоришь, что не хочешь спойлерить. Так и не спойлери. Не спойлери. Все и без тебя. Разгадается. Дорогой ты мой. Гоните здоровье, которое я чуть-чуть потратил. Срочно, твари. Вынесу всех. Так, ну чё, идём. Неизведанное. Ладно, хоть враги тоже застревают. Go out. Вот какой игры на NES, Sega или SNES ты бы хотел видеть ремейк? Я хочу увидеть поскорее, чтобы вышел ремейк Ninja Warriors Again, который уже скоро выйдет и так. И хочу, чтобы он вышел на ПК, чтобы я мог в него поиграть, чтобы не надо было покупать PS4 или на чем он там выходит. А если еще что-то, то я даже не знаю. Блин. Ну пипец, как тут мыши. Как тут мыши замечательно появились. Ты знаешь, что будет через 2 экрана? Нет, не знаю. Откуда я... Как я могу знать, что будет через 2 экрана?
Вау. Булчит через два экрана. Какой-то враг непонятный, который... вцепился в меня. И не отпускал. Как же Flying Warriors хотел бы ремейк? Да нет! Игра не такая уж суперская, чтобы прям от нее фанатеть. Ну, в моем детстве она любимая, но в целом она, ну, так, ну, интересная, но не прям шедевр. Через два экрана будет третий экран. Ну все, Nightwolf, это бан. Все, Nightwolf, да спойлерился ты. Как ты посмел? Как ты посмел сказать, что через два экрана будет третий? За такое во дворе в табло дают. В табло бьют. Так, куда мы идем? Направо. Так, очередной веселый босс. Который, наверное, будет за один удар убивать. Так, ну вроде не сильно сложный. Вроде бы. Так, время использовать мое коронное секретное оружие. Которое ему почему-то не попадает. О, вроде возле него сейфспот, вроде бы. Ну-ка, сейчас оценим. В натуре. Оу, е. Чити. Сколько мы новых пушек получаем? Это что такое? Это был апгрейд для дефолтного бастера, что ли? Атак. Ой, это наша атака повысилась, я так понимаю. Дефолтная. Дефолтную атаку я всегда люблю. Лично тебе вопрос, как фанату жаб на аркадном автомате. Это версия жаб самая длинная игра с RPG платформами? Наоборот, Ютальсат, она самая короткая, я бы сказал. Там всего 6 уровней. Относительно небольших. Теперь у меня два пистолета. Оу, е. Так, чтобы снять печать с коридора номер 2, потрогай все. Офигенный совет. Так. Ну, я знаю, где эта печать. Вон она, там. А мне надо сначала в этот уровень. Бесполезный. Да я запомню. Коридор номер 12. Да, будем трогать везде. Но только после этого уровня. Опять рыба. Да хватит. Хватит оскорблять. Хватит оскорблять морскую фауну. Что вам плохого сделала рыба? В конце-то концов, имейте совесть. Мне кажется, ли враги не появляются, потому что я стреляю? Это одна из тех игр, одна ли это из тех игр, где в которых можно диспавнить часть врагов и пуль, если самому стрелять? Блин, а тут с таким скроллингом не успеешь повера подобрать. Тихо, что за вопрос? У меня тоже очень стильный вопрос. Лично тебе никому больше. В среду стрим 16 часов или как получится?
Пока я точно не знаю. По идее, должен быть. Знаете что? Скорее всего, да. Скорее всего. С вероятностью 90% он будет в 16 часов. Хотя, блин, 12-го именно в среду. Так. В среду стрим может быть дольше. Может появиться позже. Я так понимаю, ты очень хочешь попасть на него? Короче, в среду я вернусь домой, скорее всего, позже, чем обычно. Скорее всего, даже до 6 часов не успею. Скорее всего, где-то в 6-7 я только приеду. Ожидайте стрим часов в 7. Да, пьяный, конечно. Ой, буду прям в дрободан буду прямо, отожравшийся. Не поставил капу, надо переключать, серьезно? Меланти, это серьезный вопрос. Причем здесь капа? Серьезный вопрос, когда будет стрим? Примерно не раньше 7, скорее всего. Не раньше 7. Даже если я приеду раньше 6, я, скорее всего, еще... Не знаю, там, в душ пойду, еще что-нибудь сделаю. Поем, в конце концов. Так что, короче, часов в 7. В среду стрим будет... Это часов в 7 по моему времени, по-вашему это часов в 5. Короче, в часов в 5 по московскому времени. Сердечко пропустил. Пошел он. Опять рыба. Надоела ваша рыба. Вау, это что такое было? Враги телепортировались в параллельные измерения. Так, это выстрел назад. Не очень полезный на данном этапе, я думаю. Хотя, может быть, босс будет... Или улетать в бок. Но пока я прибегну к моим любимым чипсам. Хотя, может, лучше гранаты. Как вообще гранаты работают? Так себе. Я не хочу так близко к врагу подлетать. Это что? Вообще супер. Нет, спасибо. Это что? О, здорово, кекс. Так, окей. Берем прокачанную фигню, стреляющую назад. Не знаю, в каком месте этот босс легче. Конечно, с таким оружием, может, он легче. Может, в этом прикол? Да посмотри, сколько снарядов он спамит. Вот, новый этот, запас чипсов. Подкинули лойсов. На самом деле, с этим оружием он действительно лох. Привет, Роланд! Спасибо! Жду вас в среду, всех, ребята. Завтра, к сожалению, стрима не будет, но в среду будем рубать. Пусть начнем позже, но будем рубать. Поскольку игра мне нравится, может быть даже... Будем устраивать тащилово. Так. Это у нас что? Что-то, что вообще не используется. Так, в какую сторону мы идем? Что это за фигня? Оно вообще не используется. У меня же есть чипсы. Что мне нравится? Ну и ладно. Еще не полностью понял. Что я не полностью понял? Use chip 4.
Я не понимаю. Вроде все оружие... Может, некоторые не используются. Я вижу, что сила оружия... Я вижу, что она возросла. Я спрашиваю именно конкретно того оружия, которое новое мне дали. И спрашиваю у себя, а не у вас. Озеро Камикадзе забаним. За то, что он тут будет додумать. О, повышение! Повысили меня. Так, я понял, что это за поверап. Это супер турбоогонь. Блин, мы получили турбокнопку официальную. Мы получили легальную турбокнопку. То есть при игре на Денди все эти апгрейды бесполезны абсолютно. То есть, играя на Денди с турбокнопкой, вы лишаете себя части экспириенса. Понятно? Так как эти поверапы для вас становятся бесполезными. А здесь они полезны, и они очень... Я очень рад, что их нашел. Они очень крутые. Только мне интересно, они перманентные или они просираются со временем? Потому что тут как-то это никак не отображается. Ну, морква смерти, сдохни. Зеленая морква. Как колбаса краковская, зеленая. Блин. Пауки лезут через стены. Какая неудобная ситуация. Турбокнопка хуже работает даже. Вот именно. Стоп. А, нет, все правильно. Я просто немножко попутал, где я нахожусь. Так, вот сюда я вроде заходил. Нет? Нет, я сюда не заходил. Нужно обойти каждую комнату. Во имя эксплоринга. Так, мы нашли урода. Морква смерти, сдохни. Босяцкий. Босяк. О, черт, опять ты! Фига! За одно попадание! Ты нафиг не хочешь пройти, господин хороший? Вообще офигеть! Ладно, хоть он сдох быстро. Походу, где-то действительно есть какая-то броня. Потому что... Как-то вообще не круто, что чувачек мне за два удара меня может убить. Ну, за три на самом деле. Так как я уже заметил, что в этой игре можно с нулевым здоровьем еще как-то прожить. Застрял в стене, какая жалость. Ты еще не знаешь, а я знаю. Что ты что-то не знаешь? А что я знаю? А ты что знаешь? А что мы знаем? Я продам тебе только одну из этих вещей, но эту я уже нашел на халяву, поэтому я куплю эту. Это щит, по-моему. Это же щит? Нет, это не щит, это какая-то шняга. Ничего мне надо говорить, отвалите от меня. Ничего мне не говорите. Скажите мне, что я пропустил, когда я пройду игру. Что я не нашел, где я кнопку не нажал. Будете потом рассказывать. Нет, не хочу.
Ну, подумал, что, может быть, хорошо стримеру было бы удобнее видеть сообщение с приветствием от новоприбывших зрителей. Типа, чтобы у меня в чате подсвечивались сообщения с приветами. Ну, блин. Байжабы на Миге сети такие же, как на дискретной, так что булщит. Ты удар пропустил от босса? Ну да, я пропустил удар от босса. И мне он снес половину здоровья. Я подозреваю, что это маленько неправильно. Но что я сейчас-то могу сделать? Ничего. Так, здесь я прошел же, да? Я же здесь прошел. Блин, чипсы надо. Морква смерти. Гоните мне чипсы. Оу, е. Добавлю на следующем стриме хэштеги. И вообще все на свете добавлю. Ладно, короче, нарезали мы круг, ничего тут нет. Так, у меня шот 0. А, у меня потому что оружие не выбрано. Логично, блин. Погнали. Коридор 2. Потрогаем все. Офигеть, какая тайна. Я думал, надо каждую клетку обойти, вот так, оббежать всю комнату, потрогать все стены. Вот, вот это я бы точно никогда не разгадал. Воу! Супер рыба! Фига себе! Вот это рыба была! Не знаю, что ты задумал, но сдавайся сразу. Рыба! Клёво! Зетпер, очень интересно. Так можно я сам тогда додумаюсь? Если будет что-то, до чего-то я должен сам додумываться, тогда может я сам до этого попробую додуматься. Было бы неплохо. Музыка не надоедает, Мелокти. Музыка приятная. Шит! 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 Урон, кстати, наносит мизерный. Если босс по сравнению с ними будет наносить катастрофический урон, то это будет дисбаланс, мягко говоря. Так. Не, ну можем сдохнуть, на самом деле. Давно не сдыхали. Я даже спорить не буду. Так. Что мы возьмем? Я не знаю, кто будет боссом, но... Наверное, шарики эти. Наверное, они мощные. Второго уровня все-таки. О, они летят в любую сторону. Рачильня. Во, фига ты разгоняешься. Куда в тебя стрелять-то? Чё-то мне кажется, это оружие полная туфта против него. Попробуем...
Вращающиеся шарики. Я думаю, ему не нравятся вращающиеся шарики. Лох! Привет, Пейн vs. Пейн. Нет, это не реквест Кулхарда. О, а где Загогульна была? Загогульна была, по-моему, внизу слева. Первый самый символ, который я увидел. Легкая игра. Легкая. Ух ты. Точилка второго уровня. Бжит-бжит-бжит. Такая же, стрёмная на вид. Но жарит два раза мощнее, по-любому. Так, ну все, наверное, на этом можно завязывать. Следующая локация открыта, эта локация доисследована. Пойдем сохраниться. Так, тут не было никакого магаза случайно, который я мог пропустить. Ладно, пофигу. Мне все равно денег, наверное, нет пока что. Надо записывать все магазины тогда, раз нам надо все. Не, тут был один, я уже затарился в нем. Так, нам другую сторону вообще-то. Пароль за скринь. Я пойду в тот сейф, который в первой локации находится. Я не буду сейвиться здесь. Так, тут должен быть другой выход. Блин, а где? Неужели тут только один вход? Ау, падла. Нет, Шакстер. Мы по-честному играем. То есть ты свою читерскую натуру тут не показывай. Нас тут играют по хардкору. Да я тоже не вижу, мне игра нравится, приятная. Я думал, она будет такая бесячая. Так, здесь, по-моему, магаз, в котором уже я затарился. Вау, сколько поверрапов. Ну, Шакстер, не каждый же раз приставку не выключать. Мама не разрешит каждый день приставку оставить включенной. Обычно разрешают только один раз, не знаю, в неделю или в месяц, и то после долгих уговоров. Булшит был в японской версии. Ну да, там был булшит в виде языкового барьера, я так понимаю. Пока у меня вообще все хорошо. Дали как клево. Она не выключена на хавике, она у него сгорела. Не сгорела она у меня. Я еще раз говорю, Ейсон, что приставка у меня никогда не сгорала, потому что я использовал не дефолтный блок питания, а блок питания здоровенный от стационарного телефона сломанного. Блок питания был здоровый, и он вообще никогда не грелся. Просто он холодный был всегда. Сколько ты там, хоть неделю не вырубай, хоть Сегу, хоть Дэнди. Так, сейф у нас 12-13. Мне надо пройти. Чуть далече. Так, там магаз, который я прежнему не могу купить. Вот я делал блок питания от Сеги. Не помню куда. Где-то валялся. Может, выкинул. Так, здесь я купил. Здесь я купил.
Короче, этот магаз бесполезный. Вроде наверху тоже где-то магаз был, но я не помню. Так, 12-12, опускаемся ниже. Да, I want to record my progress. Ну что, рискнем записать эту бандуру и потом по хардкору ее вводить. А если ведем неправильно, то да прибудет с нами, не знаю, что-нибудь. Надо быть крайне внимательным. Нужно записать, переписать каждую это. Это, конечно, не японские иероглифы, но... Ух. Все равно нужно быть очень методичным. И переписать все точь-в-точь. Тебе сразу дают шанс проверить пароль. Ты что за... Чтобы я его еще сейчас прямо вводил. Это же издевательство. Хотя, в принципе, может быть, это и неплохая идея. 5-5-8. 9. Х. Мягкий знак. С фиговинами. Знак вопроса. Д с точками. Восклицательный знак. К 4. 4. Т. П. Маленькая Х с двумя точками. Р. Маленькая Е с двумя точками. Маленькая Л с двумя точками. Семь. Н маленькая с двумя точками. 6. Р маленькая с двумя точками. Еще одна 6. Вдруг запись придет. Вдруг завтра конец света. Ну и ладно, какая разница? Если завтра конец света, то какая разница? Что у тебя было с Мегамейкером, если не Васинг? Я же говорил, ха, у меня, понимаешь, режим в винде. Ты мне говорил потыкать аэро. Я загуглил, что можно его отрубать, если изменить оформление, стиль оформления. И вот, у меня стоял стиль оформления упрощенный. И в этом упрощенном стиле у меня Мегамейкер тормозил в оконном режиме. Когда я поставил стандартный... Да, 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 Элха, да. Так, да, подождите, чё спасибо за стрим? Мы еще проверить должны эту бандуру. Сейчас все разбегутся. Кто будет смотреть, как я этот пароль увожу? 3 часа. Ну-ка, сидеть. Сейчас введем. Надо хоть этой фишкой воспользоваться. Так. Блин, я не понимаю, зачем над всеми маленькими буквами точки ставить? Типа, чтобы игроки не путали большие буквы с маленькими. Потому что игроки сами виноваты будут. Большие буквы и маленькие различаются все равно. Ну, кроме С, может, например. Так, Е, Г, Ж. А. Д. Буду все читать как Ё. 5, 5, 8. 9. Так, 9. H. Х. Нет, это не Х, это Б. Б. Вопросительный знак. Так, Д. Не переворачивайся, блокнот. Вентилятор, заглохни. Не мешай мне вводить пароль. К 4. Короче, мне эти точки зарисовывать не надо было.
4. 4. Т. Я могу отличить большую букву от маленьких. 4. Т. П. Х. Р. Э. Э. 7. Так, еще что? Не. 6. Э. 6. Word is right. Good. На всякий случай сделаем save state. Вдруг потом пароль перестанет работать. Видите, как я загрузил save state. Теперь прохождение с save state'ами нелегитимное. Можно смело жаловаться в комиссию экспертов 8-битных российских. Ладно, спасибо, что смотрели. Если вам было интересно. Мне игра нравится очень. Прям очень приятно, идет хорошо, и все вообще нормально. Ну, как я уже говорил, завтра стрима не будет. В среду он будет, скорее всего, позже, в районе 5 часов вечера. Об этом я еще напишу в Дискорде прямо сейчас. Вот, на всякий случай. Ну, там увидимся. Удачной вам недели и удачно отдохнуть 12 числа. Всем пока.